Здравствуйте, с вами снова интернет-канал Максим Мадзе, и мы продолжаем проходить Red Dead Redemption 2, Кровь, Смерть и Искупление 2, на русский язык, если переводить. Короче говоря, у нас есть единственный выбор, это Грей. Мы отправимся сейчас к ним туда. А, это не моя лошадь, господи, я думал, это моя лошадь. А где наша лошадь? Там где-то, что ли? А, вот. Да, смотрим, где у нас находится Грей. Ладно, поскакали, Андрес. Так зовут нашу лошадь, если кто-то не знает. В комментариях в последнее время начали просить, спрашивать, когда будет стрим или что-то такое. Стрим. Я не знаю. Стрим, если буду проводить, то только в марте, наверное. Может, в начале марта можно провести стрим. Я вообще планирую ежемесячно проводить их. И, в общем-то говоря, надо придумать, на какую тему завести стрим. Там, я не знаю, может быть... Angry Birds Trilogy можно поснимать, поиграть. Уникальная такая версия для консолей. Немножко хочу рассказать немножко из своих новостей. Вот мы в начале этого месяца, в начале февраля, там, 6-го, по-моему, февраля, вместе с каналом «Чё хочу, то и врачу», и я вместе с Витей и Лёхой сняли ролик про то, как мы едим отвратительные конфеты. Да, блин, нормально есть. Потом, короче говоря, фу, гадость какая, все такое. Потом, проигравший, и я стал проигравшим. Должен был выпить отвратительный коктейль из того, что остальные должны были приготовить. Они там из всякой дряни приготовили, я его не выпил, и меня стошнило. Это такой угар вообще был. Это просто такой угар был. Я сам запись этого ролика, к сожалению, не видел. Хочется посмотреть. Но, к сожалению, Лёха, автор канала, Лёха зовут его, делать это видео в ближайшее время не планирует, я так понимаю. А, это не на меня тревогу поднимали? Или, может, они подумали, что я Брэд Уэйт? Не знаю, когда он планирует этот ролик делать, но когда... Он будет, я обязательно залью его и себе на канал. Чего тебе, приятель? Это ведь плантация Греев, да? Ага. Коллега Холл, и ближе к нему ты не пройдешь. Приказ шерифа, он хочет, чтобы я поговорил с теми, кто тут живет. Недавно я стал помощником шерифа. Помощником шерифа? Наверное, Ли был пьян, когда тебе дал этот значок. Ладно, можешь зайти, но я с тобой разговаривать не буду. Примерно благодарен. Когда сделаете, я обязательно сделаю на канале у себя. Надеюсь, что блевотину YouTube пропустит. Ну, ролик в любом... Пропустит, не пропустит, ролик в любом случае будет. Может, там цензура будет и так далее. Здравствуйте, я хотел попросить вас на минутку на разговор. Я изучаю историю этого края, и... Вам не со мной не надо разговаривать. Обратитесь к мастеру Бо. Он у склада. Вот у него свободного времени предостаточно.
Ну ладно. Спасибо. И на том. Разве я не видел тебя у шерифа? А, извините, друг. А мы друзья? Еще нет, но может быть мы можем подружиться? Наверное. У нас тут редко бывают путешественники. И вдруг ни с того ни с сего тут появляется целая каторга. На удивление услуживших ей. О, а что вы, кстати, здесь делаете? Да, я ищу работу. А, ищете что-то? Не волнуйтесь, я сохраню вашу тайну. Какую тайну? О, у нас есть тайна. Ты скрываешь ее ото всех, да? Ничего. Видите ли, мне плевать, даже если вы всех перебьете и Брэд Уэйдов. Да я никого не хочу убить. Я люблю ее. Кого? Пенелопу. Но мы не можем быть вместе. Да, любовь это штука сложная. Понимаю. Она из Брэд Уэйдов. А я Бо Грей, сын Тавиша Грея. Племянник шерифа Ли Грея. Внук старого медведя Медро Грея. Греи всегда верно служили штату, которые воевали с братуэйтами незлопамятных времен. Никто уже не знает толком. Ну, если не считать причинами слепость или глупость. Я всегда был предан дурацким традициям, когда она была просто прекрасна. Она женщина из будущего. Она и сейчас прекрасна, она как прекрасный завтрашний день. Ну, я сочувствую твоему затруднению. Вы мне поможете? А, не хочу влезать в семейную между судьбами. Это как-то неприлично. Я заплачу, у меня есть деньги. Мы, Грей, всегда были сильны деньгами. Не умом, хитростью, но деньгами. Я знаю, что она любит сидеть на самой границе земли Брэд Уэйдов. Отнесите ей это письмо. И вот этот браслет, пожалуйста. Осторожнее с охранниками, они не любят чужаков. Да, знаю, конечно. Так, а где лошадь моя? С той стороны? В общем-то говоря... Интересная немножко... история... настоящей любви, блин. Влюбленная пара, у которых родственники заклятые враги друг для друга. Буду очень вам благодарен. Да. Я отнесу письмо, отнесу. Где это находится? Это находится за особняком Брэд Уэйдов. Только попробую плохо выполнить приказ. О, я не подведу. Не подведу. Блин, мне эту подсказку постоянно показывать, что ли, будут? Вы не можете чинить оружие или чинить беспорядки в роуте, пока работаете помощником шерифа. Засмотрелся я на надпись и упал. Ох ты, какой он грязный. Надо срочно его чистить. Еще раз. Хотя, может, и одного раза хватает. Я не уверен просто. Пока работаем помощником шерифа, нельзя использовать оружие. Офигенно. Игорь, чем мне
один из создателей модов на Когда Соседа, который часто появлялся на моем канале, сделал мод, который называется Когда Сосед Блогер. Он просил назвать это видео Игра от подписчика, хотя все-таки это был мод. Ну, в принципе, я это сделаю, почему бы нет. Блин, тут бритвейты везде. Надо придумать, как обойти особняк и попасть тут, на ту сторону, где мы находимся. А. Так, я должен сейчас повернуть в ту сторону, обойти вот эти плантации и зайти... По этой земле тоже обойдем. Как бы перепрыгнуть через это ограждение. А, прыгать не надо. Так, она в той беседке, которая на том берегу. Вот здесь остановимся, а дальше переплывем. Ай, блин, придется плыть. Ну ладно. Выносливость тратится очень сильно от плавания, даже если мы не зажимаем shift. А если зажимаем shift, то выносливость улетает на глазах. Но мы почти доплыли. Палец что-то вообще у меня. Так. Вы Пенелопа Брэтвейт, да? Да, это я. У меня для вас письмо. И... подарок. Письмо и подарок. И мы даже не знакомы. Нет, ну это не от меня, это от... от Бо? Какой же он... чудной? Да, он... чудаковат. Но он такой хороший. Остальные наши родственники словно застряли в средневековье или... даже не знаю, в каменном веке, что ли. Бо не такой, но если они узнают, они убьют его, а меня отошлют в какое-нибудь ужасное место вроде Огайо. Вы бывали в Огайо, сэр? Нет. Я тоже, но у моего дяди там завод. Его семье всегда считали паршивой из-за того, что он уехал. Но теперь его терпят, потому что он ужасный сноб. Семья — это просто нечто. А у вас есть семья, сэр? Да не, не особо. Но его кое-как терпят из-за денег. А мои неподобающие сужения просто не выносят. Это весьма сложная ситуация, я даже не знаю, что тут сказать. А что тут скажешь? Кроме, чтобы вы сдохли. Ну, я точнее не... может, самую малость, но вот... если взять Бо, то отдайте ему это. Ладно. Так, надо покинуть сектор, и опять придется переплывать. Блин, вообще выносливость на глазах улетает. Ух.
Устали мы, устали плыть. Так, надо выбраться отсюда. Выберемся тем же самым способом. Через плантации. Особняк у них здоровенный, конечно. Мы там еще побываем. Тут еще целая история будет впереди. Так, нет. Через эти плантации прям пройдем, чтобы никто нас не увидел. Если кто-то нас увидит, то начнет стрелять. Так, это не Брэд Уэйт, так что можно не бояться. Так, ну и давайте опять к Бо поедем. Он не сильно далеко, так что... Так, секунду, я правильно метку-то поставил? Не совсем. Так, черту, срежем дорогу, не будем ехать по правильной дороге. Прям туда по прямой полетим. Побежим. Ой-ой-ой. Не врезаться бы ни во что. Охраны даже сейчас тут нет. На удивление. А, нет, вот охрана. Помните меня, я работаю на Грейв. Ладно, проходи. Почему мне этот так называемый GPS показывает ту сторону, если мне надо прямо по кривой дорожке пойду, так быстрее будет. Принес мои деньги. О, конечно. Она передала что-нибудь для меня? Да. Можно? Да, конечно. Но не за даром. Хотя, чё морочиться с тобой? На, забирай. Спасибо вам, Артур. Вы... Спасибо. О, господи. Какая женщина. Она... Это точно ее прикончит. Что именно? Право голоса для женщин. Тут ее не очень-то одобряют мужское голосование. Будь их воля, они бы вернулись к монархии. В этих краях слово «прогресс» считается ругательным. Зато слово «инцест» нет. Я не хочу жениться. Я хочу жениться на Пенелопе, но они тогда... Они убьют ее на очередном собрании. Они могут... Мистер, вы должны мне помочь. Извини, я не хотел бы в этом мешать. Я заплачу, в нашей семье еще водятся деньги. О, окей. Но больше никакой беготни с письмами, ладно? О, конечно. Идемте, надо поторопиться. Ах, господи. Обгоним плантацию и поедем по дороге. Я могу какие-то слова в диалоге упустить, потому что они быстро говорят. Я не успеваю зачитать.
Так, что-то там он говорит, если мы опоздаем, я не вижу субтитры. Если она хочет пойти на митинг, то ты должен ей разрешить. Она борется за правое дело. Но я не хочу, чтобы она отдала все свое. Я хочу жениться на живой женщине, а не на статуе в ее честь. Я уверен, что они знают, что делают. Вот и они. О, что ты тут делаешь? Я не могу тебя бросить. Не могу. Тебя же убьют. Я готов умереть. Ой, именно своих идеалов, ты это знаешь. Пожалуйста, сделайте что-нибудь. Что именно, да? Драться с этой толпой? Они сожрут меня живьем. Зер, это серьезное дело. Их нужно защищать от определенных личностей. Главным образом от моих родных. Пенелопа, умоляю, не... давайте так, пусть твой друг правит лошадьми. Тогда мы сможем кричать громче. Окей. Мисс Калхун. Мисс Калхун. Мой друг говорит, что может править лошадьми. Ну, Оливия Калхун. Я сама люблю править лошадьми. Но сегодня мне хочется, чтобы к нам присоединился мужчина. Это задаст правильный тон. Ну, мэм, я еще никогда не участвовал в марше протеста. Ну, просто считайте, что мы это овцы, а те, кто на нас нападает, волки, и тогда вам станет привычнее. Ну что, мы едем? Да, конечно. Так, дамы. Мы знаем, что наша песня хорошая, а наше дело правое. Песня, говорите? Сейчас опять угарно петь будем. Сейчас. Ведите нас по Main Street через город прямо к входу Банк Роудс. Напомните, как вас зовут? Артур Морган. Отлично, мистер Морган. Не слишком быстро и не слишком медленно. Нужно, чтобы они услышали наш голос. Да, они его услышат. Они поют, но я не знаю, о чем они поют. Очень хорошо, мистер Морган. Вы старый друг движения. Да, мисс Калхун, я просто кучер. Если нужно, я могу убедить кого-нибудь из ружья, но надеюсь, что до этого не дойдет. О, мы будем убеждать людей мирными средствами. Ружье можете оставить себе. Оставайтесь на Main Street, то есть нам налево. Посмотрите на этих людей, скоро начнется все самое интересное, я это чувствую. Да, может быть, вы правы. Добрый день, шериф. Надеюсь, вы позаботитесь о том, чтобы собрание мирно прошло. Да, спокойно. Вы погубите нас своими грехами. Погубите нас. Возвращайтесь домой. Да перестаньте, вы просто жалкие. Мистер Морган, вот вам и самец этого вида. Довольно тупой представитель, и с этим не поспоришь. Чуть подальше, пожалуйста. Остановитесь где-нибудь сразу за банк. Вот эта лестница, мистер Морган. Остановитесь перед ней, и вам останется только одно. Слушайте. Вот хорошее место. Дамы, слезайте. Идемте сюда, парни. Ну, началось представление. Давай, закрой свой рот. Ты что здесь делаешь, а? О, господи. Да что ты говоришь? Ты даже не знаешь, что несешь. А ну, вали отсюда. Давай, иди к своим детям. Идите домой, я сказал. Леди и джентльмены, сегодня великий день для нас всех. Ведь сегодня мы начнем жить как равные. О, равные, да? Да, сэр, равные. Справедливость и равенство. Это противоестественно. Это бред. Справедливость, равенство и свобода. Все, как задумали овцы-основатели. Овцы-основатели? А, отцы, точнее. Старая ты тупая коза. Во, точно, скажите ей. Эй. Эй, малыш, что ты делаешь? Не, не так громко. Да я пытаюсь слушать речь. Привет, милый Куба. Не смей так со мной говорить. Ты что тут делаешь, а? Я, судя по всему, слушаю. Идите, помогите Бо. Мой кузен кретин. Его кузен, точнее. Не дайте им сорвать. Братец. Научись себя вести, кузен. Вам больше заняться нечем, что ли? Ты всегда был наглым. А так, мы ведь уходим, да? А это еще кто такой, бля?
Идите за мной сюда. Давай. Так, они идут за нами. Нужно уходить, пока они не передумали. Так, а какая из них моя? Вот, вот моя. Что такое Америка? Никто не забудет. Это страна равенства, страна прогресса, блин. Посмотрите, какую прекрасную мы страну, блин, создали, а? Не хочешь вернуться и речь заслушать? Я никогда не голосовал, но эта борьба за избирательное право выглядит привлекательно. Мистер Морган, я даже не знаю, можно ли это воспринимать всерьез. Сейчас меня больше всего беспокоят мои кузены, если они все узнают про меня и Пенелопу. Все уже знают про тебя и про Пенелопу. Я уже знаю про тебя и Пенелопу, а я тут всего 10 минут. Чем скорее все выйдет наружу, тем скорее все будет улажено. То есть, чем скорее разберутся с этим делом, тем будет лучше. Наши семьи Грей и Брэдли Уэйт хоронят свои тайны и хоронят глубоко. Ваши тайны и ваши сокровища, да? У Кэтрин Брэд Уэйт есть дочь, ее много лет никто не видел. Она была больна, и Пенелопа сказала... Про дочерей я и не слышал. Я слышал про золото. Золото Янки? Боюсь, что это просто легенда, мистер Морган. Я даже не знаю про это. Это ужасно. Никто не умер. Ужасно, да? Мои кузены мстительные козлы. Мои братья тоже мстительные козлы, но кузены еще хуже. Да, они сами начали. Я знаю, но тебе лучше уехать. Я уеду, как только накоплю денег. Когда моя семья... У нас есть деньги, а вот у меня нет. Ваша семья очень богата? Ну, я так думаю. Но они со мной не разговаривают теперь. Практический темпертамент. Это так называется, да? Да. Это была шутка. Я действительно люблю ее. Ну, тогда оставайся здесь. Может быть, ты даже захочешь умереть за нее. О, я думал, вы пытаетесь подбодрить меня. Не надо идти. Да, мне тоже. О, я опаздываю. Мой дядя, как самый скверный представитель. Вот ваши деньги. И спасибо, прошу меня извинить. История настоящей любви. Что ж. Эбигейл Робертс. Реклама «Новое искусство». Что ж, на этом мы закончим эту серию, наверное. История настоящей любви, мы ее назовем. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. С вас Ликос. Подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на этот канал. И всем пока.